Измерить точные параметры Земли и объектов на ней помогает такая наука, как геодезия. Сегодня в музейно-выставочном комплексе «Артишок» открылась уникальная экспозиция советских геодезических приборов и инструментов. Мы находимся на выставке геодезических приборов, которые имеют древнюю историю, и реально это способствовало тому, что мы имеем современные карты, современные видение той территории, на которой мы находимся, это благодаря, прежде всего, этим приборам. По словам координатора выставки Дениса Веретельника, в «Артишоке» можно увидеть достаточно редкие экспонаты. Без них тогда и сейчас невозможно было бы представить любые строительные работы. Сегодня мы привезли с собой наиболее редкие приборы, которые сейчас в обыденной жизни нельзя встретить. Это электронные тахеометры Т-10, Т-20 производства Уральского оптико-механического завода. Мы привезли астрономический универсал и триангуляционный теодолит ТТ-2Н6. Это не самые популярные приборы, которые так просто не увидеть. В процессе осмотра книг, документов и затейливых приспособлений можно по-настоящему окунуться в историю геодезии, что отмечают гости мероприятия. Данная выставка представляет то, с чего начиналась вся наша отрасль, все наши деды, отцы. Они развивали это, и мы продолжаем. Помимо документов и инструментов, в экспозиции представлены редкие копии почтовых марок со всего мира. Все марки посвящены непосредственно геодезии и всему, что с ней связано. Ну а кто хочет посмотреть поподробнее, что это за приборы, для чего они используются, всегда есть QR-код, куда можно перейти с своего телефона и почитать, для чего они используются, в каких годах они были сделаны и вообще какой их путь. Окунуться в мир геодезии будет интересно не только представителям отрасли, но и всем желающим. Выставка открылась в рамках проекта «Историческая память партии «Единая Россия». Елена Тараненко, Вильфрид Демковский, новости Химки ТВ.